Ну а теперь, мои хорошие, я хочу немного рассказать, из чего был создан мой весенний образ. Честно говоря, я никогда не носила вот кардиганчик, да, такой, такого цвета, но всегда хотела, всегда мне нравилось на других, как он выглядит. Я уверена была, что мне подойдет этот цвет, но не уверена была, что вот я буду такое носить. Но когда ко мне пришел этот кардиганчик, я его померила, и просто я понимаю, что это мое, это мой цвет. Яркий для блондинки, яркая помада. Плюс там же я выбрала вот такое платьице, которое вообще универсальное. Кардиганчик легенький, он идет вот так вот. У нас рукавчик. Пуговички очень, кстати, необычные здесь такие. В общем, качество чувствуется. Это я приобрела наш российский дизайнер. Вот. Руксара. 44 размерчик. Сережки, кстати, мои вообще просто случайно. Я как будто знала, что когда-то покупала эти сережки. Я как будто знала, что они будут именно под этот образ. Там же я приобрела вот такое платьице. Смотрите, оно вообще такой трансформер, потому что его можно как вот так вот. Я очень люблю вот так носить, да, платьюшки. Можно один вот так вот, да, там скинуть. Вот здесь как бы свободный такой валан, и будет вот такое платье. А сзади у него вот такая завязочка. Вот. Платьице такое, что супер, что оно не мнется. Оно здесь немножечко, ну, чувствуется ткань. То есть это не просто трикотаж какой-то, да, который... Оно тянется немножечко. В общем, рельефное такое. Не просто ткань такая. Чувствуются вот эти вот блестяшки здесь. Вот. В общем, вот такое трикотажное платье. Вот оно по фигурке. Тоже 44 размер. Вот такое вот платьишко. Помада, та же помада, которая 1300-1500-40 раз говорила. Это Пик Косметикс. Ссылка будет под видео. И Cherry Twist. Это у меня матовая помада. 2 в 1. Блеск сверху. А сережки я уже не помню, где приобрела. Это я уже сказала. И кудри я сделала на свою плойку Дювон. Вот эта плойка. Диаметром 32 сантиметра. Я тоже ее показывала в конце видео. В принципе, я вам оставлю ссылку на видео, где я кручусь на эту. Вот весь мой образ. А обувь, колготки я не стала, кстати, одевать сейчас, потому что я дома, да, зачем они? Ну, бежевые или черные колготки. А обувь моя... Обувь я не помню, где я покупала, потому что это было давно, но помню точно, что это было в Охотном ряду в Москве. В одном из магазинов, по-моему, на 3-м этаже. Вот там есть... А, не, на 1-м. Нет, на 3-м. Там есть где-то вот обувь. И, в общем, ну, таких очень много у меня были, кстати, однажды такие. Я их потом испортила, что-то их там покрасила, сразу на них налепила, в итоге выкинула. Они были точно такие же, с таким каблуком, с таким носом, такие длинные, такие немножечко вот как бы свободные на ноге. И потом очень долго жалела, покупала тоже их очень дорого. А вот эти тоже дорогие, ну, я их купила и уже поняла, что не буду ничего с ними делать, потому что я считаю, что такая обувь должна быть у каждой женщины. Она под много образов подходит, и реально каблук невысокий, он толстый, и он очень удобный. Вот, в принципе, всем, чем хотела поделиться, такой вот образ. Как вам, скажите, идет ли мне этот цвет? Мне кажется, что вообще очень круто. Посмотрите, как он сразу. Сразу ярко, сразу весна, сразу счастье, сразу хочется парить. Все, мои хорошие, надеюсь, вам интересно было, полезно. Проходите по ссылочкам внизу, посмотрите, может, вы для себя что-то интересное найдете. Кстати, вот в этом магазине очень классная одежда, такая вот необычная. Думаю, каждый найдет что-то там, вот такое есть красное пальто, которое я себе хочу. Коротенькое такое. Мне кажется, оно вообще пойдет мне. Ну, возможно, когда-нибудь. Все, мои хорошие, я вас целую, пока.